Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Петрович Ружицкий. Мы практически уже со всем депутатским корпусом новым, можно так сказать, познакомились. И самое время сейчас предоставить слово председателю, потому что именно он является тем связующим звеном. И прежде всего хотелось бы узнать, Владимир Петрович, сколько человек вот сейчас представляет депутатский корпус и пестроту этого депутатского корпуса? Кто кого представляет? Ну, во-первых, добрый день, всем здравствуйте. Я думаю, что, коль у вас многие депутаты уже были, вы с ними беседовали, то есть полное представление, что собой представляет депутатский корпус. Суть в том, что я не хочу говорить каких-то там высокопарных либо лестных слов в адрес депутатов. Но тот человек, который решился избраться депутатом, это уже некая мотивация человека, некое зернышко в этом человеке, что ему уже что-то хочется. Вот вопрос, что ему хочется. Как правило, когда человек идет в депутаты, значит, есть какие-то желания, пожелания, какой-то внутренний посыл решать какие-то вопросы на территории, для людей, для жителей. И я хочу сказать благодарность всем нашим жителям, кто пришел на избирательный участок и проголосовал, потому что есть как бы некое классическое выражение: плохую власть избирает хорошие избиратели, которые не ходят на выборы. Да. Потом мы ходим и жалуемся, что что-то не так, я не то. То есть сами виноваты, как бы, да. А ты же не ходишь, конечно, как это будет? Надо ходить. Когда есть некая интерпретация, что якобы там же все решено, все решили и так далее, это тоже не так, это неправда. Поэтому понятно, что когда идет избирательная кампания, то идет, скажем так, масса всего, связанная с некими политическими воззрениями, с интригами, я вам скажу, с какими-то даже сплетнями, склоками. Материалами, как это сейчас называется. Да, это все как бы известно, знакомо. Ну, на то она избирательная кампания, потому что, кто бы кто ни говорил, избирательная кампания – это некая конкуренция. Так и должно быть, да. А если мы переведем на язык, то это только маленькая битва в таком пространстве, конечно, политическом, экономическом, социальном, на территории. И слава богу, что это без стрельбы и взрыва. Да, да. Прозрачная же была, потому что, в принципе, насколько мне известно, приходили к нам и до кампании, мы тут общались по поводу, как проходит, как можно проголосовать, куда. То есть все рассказали жителям с разных. Конечно. Поэтому осталось только прийти проголосовать. Тем более мы же вот все эти годы, вот я во многих избирательных кампаниях участвовал, жители уже, извиняюсь, и тренированные, и обученные, и все понимают. Uh-huh. Да, есть ребята молодые, которым полностью 17 лет, они чего-то не знают, но им можно, или есть у кого спросить, и могут проконсультироваться. Тем более, кампания велась абсолютно открыто. Поэтому, если уж в сухом остатке, то у нас 32 депутата. Так. Из 32 депутатов, Значит, компания была, она избиралась, по мажоритарному принципу, то есть у нас получается 8 округов, значит, каждый округ – это 4 депутата, 4 мандата, поэтому, значит, 8 округов на 4 – 32 человека, из них так получилось, что 29 человек – это и члены партии, и сторонники партии «Единая Россия», 3 депутата – это от разных партий. Значит, один депутат от КПРФ, один ЛДПР и один «Справедливая Россия». Житель оценивает, что происходит на территории, глазами, ощущениями. То ли он вышел из квартиры в подъезд, из подъезда во двор, на улицу, там, извиняюсь, мусор вынес, он смотрит, что же происходит вокруг. И когда в этом плане есть изменения, то это заметно. Конечно. Поэтому какое-то время я работал главой, и я помню, какими были люберцы, скажем, в 2005 году, и по мере, как они менялись. Хотя я вам скажу, совершенству нет предела. И каждый день выдвигает какие-то свои требования, требует житель, он становится более, я бы сказал, такой требовательным, где-то более, не то что изысканным, все-таки Люберцы – это столичный регион. Совет депутатов создает условия для работы администрации, создает условия для того, чтобы житель мог так или иначе
на равных или просто в режиме онлайн общаться с депутатом, с администрацией. Депутаты зачастую выступают неким мостиком между жителем и администрацией, потому что за текущую деятельность отвечает исполнительная власть. Угу. Это, а депутаты, повторяю, создают условия. Да, принимается бюджет, контролируется бюджет. У нас целая, значит, группа разных комиссий, где отслеживаются самые разные вопросы, начиная от социальных и заканчивая ЖКХ, транспортом и прочим. Да, да, да. Это все эти, вопросы. Да, эти все вопросы в поле зрения депутатов. Сегодня депутатский корпус в целом, я оценю, тренированный, потому что из 32, 18 – это депутаты, которые были ранее избраны или ранее избирались. 14 человек – это новички. Поэтому... Вот, кстати, про новичков. Насколько они вливаются в коллектив? Потому что вот мы с депутатами общались, как я говорю, депутаты-ветераны, они говорят, мой телефон уже знают. То есть, если что, мне сразу перезвонят. Вот я еду в машине, я иду по городу, мне сразу перезвонили, мы начинаем решать проблему. А вот как новичкам, которым надо и с коллективом познакомиться, и с жителями, так сказать, показать. Я могу, они же хотят показать. Ну, я скажу, что выборная кампания, были проведены десятки встреч с каждым депутатом. И те ребята, которые пошли, они так или иначе, они уже себя как-то позиционировали, себя показали, где-то пришла какая-то фиксация этих депутатов у жителей. Потом так сложилось, к сожалению, конечно, у нас есть актив жителей, и он большой, но и не очень. Конечно, я всегда старался, стремился, говорил своим коллегам, мы должны вовлекать в общественную жизнь как можно больше жителей, как можно больше людей. Тогда легче ориентироваться в этом пространстве, и жители нам подсказывают, где на что обратить внимание. Потому что мы говорим, да, есть депутат, он там где-то что-то, скажем, какую-то идею или какая-то мысль, или какой-то вопрос есть на территории, он ее принес. Но он один. И задача, чтобы у нас были сотни, а лучше тысячи, потому что у нас в Люберцах где-то более 300 тысяч жителей, в городском округе где-то 300-350. Это те, кто у нас как бы где-то записан, зарегистрирован, но у нас гораздо больше, потому что многие живут и не регистрируются, поэтому я оцениваю, что все 400 тысяч наберется и более. И стоит задача вовлечь людей процесс, в этот процесс, да, чтобы они где-то были неравнодушны. Нас критикуют очень часто. Я представлен во всех социальных сетях. Порой нелицеприятные вещи пишут, потому что у каждого свое есть. Конечно, мнение. Видение, да. Значит, каждый по-своему это все происходящее воспринимает и очень порой жестко критикует. Я всегда говорю спасибо, потому что в том или иначе, даже порой, ну, есть, это правда, где-то критика несправедливая. Ну, ничего страшного, это я извиняюсь. То есть люди неравнодушны. Да, ну это хорошо, потому что даже если она несправедливая, ты все читаешь, ты смотришь, делаешь выводы. И, возможно, это тебя наталкивает на какие-то другие размышления, на какие-то порой другие даже поступки. А вот какие сейчас уже исполняются и отслеживаются наказы? Вроде бы времени немного прошло, да, вот с нового, так сказать, коллектива. И как все это происходит? Я скажу так. Значит, вот были выборы в прошлом году депутатов Государственного дома и областной думы. Все-таки я сектор партии «Единая Россия», значит, на территории городского округа Люберцы. И мы в прошлом году начали собирать вот эти наказы. У нас была создана рабочая группа, которой я являюсь председателем по наказам. Мы их собрали сейчас по памяти, это там более 5700 наказов. Где-то процентов уже 65 мы их выполнили, потому что стоит задача, вот мы эти наказы собираем, кстати, ну, это в том году мы собирали, в этом году мы, скажем так, пошли в народ опять же, где-то мы уже читали, что-то было сделано, а что-то мы еще набрали, добрали нового, и да, тоже зафиксировали. И вот эта фиксация, она у нас стоит на контроле. Сегодня, слава богу, есть, будем говорить, техника, компьютер, цифровизация тотальная, где мы все фиксируем, забиваем, отслеживаем. И эти все вопросы мы отрабатываем очень плотно с исполнительной властью. Потому что так или иначе, по всем этим вопросам решение, финансирование. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. До встречи.
Напомню, что это программа «Открытый диалог», и сегодня у нас в гостях председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Петрович Ружицкий. Вот самый такой важный вопрос, потому что для жителей всегда депутат, ну, для неопытных, скажем, с точки зрения депутатской деятельности, всегда депутат надо прийти попросить денег. А не все жители понимают, что депутат Совета депутатов такой возможности не имеет, что есть еще депутаты Московской областной думы, депутат Государственной думы, и все-таки есть бюджет, на котором, как нам сказали депутаты, идут такая борьба за этот бюджет. Как все проходит? Ну, я вам скажу так, я говорю себе, своим коллегам, и, скажем, и жители должны знать, что как бы... Ну, основная как бы задача депутатского корпуса – это сформировать бюджет, правильно его сформировать. Начиная от объема финансирования, объем финансирования оно определяется работой как Совета депутатов, так и администрации. Потому что у нас есть комиссия по мобилизации доходов. Значит, потому что ты можешь строить любые планы, какие-то замки можешь себе там где-то воздушные выстраивать, хотелки самые необычные. Но когда нет денег, ничего не будет. Конечно. Поэтому стоит задача – деньги. А когда вот эти деньги, как мы представляем, где они есть и сколько их есть, дальше правильно их использовать. Реалистично. Каждая копейка должна пойти во благо и на что-то, во что-то. И чтобы самое главное, чтобы этого хотели люди, жители. Поэтому формирование бюджета – это такая как бы основная задача Совета депутатов. Хотя много разных задач, но это основная, потому что это основной документ для работы как Совета, так и исполнительной власти, то есть администрации муниципалитета. Поэтому, когда верстается бюджет, то это всегда у нас, я вам скажу так, есть эмоции, доходящие до каких-то конфликтных ситуаций между депутатами, потому что каждый ставит какие-то свои интересы на территории. Отстаивает жителей. Но у нас, будем говорить, бюджет, мы говорим, что он социально направленный, потому что так или иначе мы стремимся, чтобы вопросы в социальной сфере они были приоритетны и решались, потому что что такое социальная сфера? Это медицина, это образование, это молодежь, это возрастные люди. Вот все, что с этим связано, там должно быть относительно, исходя из финансирования, как-то комфортно. Но основные вопросы, связанные с экономикой, ЖКХ, дорогами, благоустройством, это тоже вопросы важные. Конечно. Их тоже нельзя оставить, как бы, скажем, где-то там за скобками в стороне. И эти вопросы. Но мы пляшем, извиняюсь, от того, что надо решать вопросы в социалке, и все остальное тоже рядом. Поэтому, когда мы эти вопросы рассматриваем, то понятно, что борются люди за территорию, но у нас есть и комиссии, где депутаты сформированы по комиссиям. И каждая комиссия перетягивает, извиняюсь, одеяло на себя. Потому что социальщики на себя, дорожники на себя, ЖКХ на себя, кто-то занимается другим. То есть всегда возникает некое трение. И поэтому это такая многочасовая работа, многодневная работа. И мы приняли проект бюджета, где-то мы его приняли в начале, будем говорить, ноября месяца. И у нас в планах 24-го, то есть в пятницу, мы проведем публичное слушание по бюджету, так. А после публичных слушаний мы его уже вынесем на голосование, принять бюджет в целом. То есть сейчас именно такое время, когда ведется активная, интенсивная работа. Да, потому что депутаты сами каждую статью рассматривают и каждую копейку считают. Но эта тема публичная, мы этот бюджет опубликовали во всех средствах массовой информации, он доступен, где поступают сегодня к нам самые разные предложения, замечания, уточнения. То есть и как бы пик этого принятия бюджета будет 24 ноября, где мы уже окончательно будем что-то фиксировать, учитывать, а дальше будем готовить и дальше потом вынесем уже на Совет депутатов, который будет окончательно принят и будет иметь как бы некий закон для работы муниципалитета. Ждем. Хорошо. Новый год с новым бюджетом. Да. Следующий вопрос, который я задаю всем вашим коллегам и председателю, конечно же, тоже. Как попасть к вам на встречу и вот с какими вопросами сейчас обращаются жители? Ну, смотрите, дело в том, что на встречу попасть легко. Вот, это такой важный момент. Это самое главное. Потому что я когда работал, ну, я не сказал, я все время был дважды депутатом Московской областной думы. Я вам скажу, мы в свое время, у нас была
скажем, такие были законы, и мы дрейфовали в сторону реорганизации Люберецкого района и наших поселков. И я с 2009 по 2014 год я был председателем совета депутатов и города, и района, и одновременно главой. Такая тоже была история. Поэтому работа как бы в депутатском корпусе, работа в совете, она мне абсолютно знакома. И поэтому суть в том, что везде говорю, что депутат, он должен быть доступен. Доступен для жителей, чтобы не было вопросов. И в нынешнее время это крайне легко, потому что, допустим, я в частности представлен во всех социальных сетях. Я говорю себе, своим коллегам, что если человек обращается в социальных сетях, мы воспринимаем, что человек пришел на личный прием. На личный прием. Я уже не говорю, что очно. А на очно у нас есть библиотека Бригантина, это проспект Мира 19. Значит, мы там постоянно и регулярно, и, по-моему, там по четвергам, каждый третий четверг мы там, я стараюсь быть. И у нас Кирова 22, где постоянно, значит, там работает отделение партии «Единая Россия», где можно прийти, задать вопрос, мне передать, я время от времени сам там веду приемы. Поэтому я уже не говорю о том, что на рабочем месте можно меня застать, если есть желание. То есть все, кто хочет, если есть желание... Информация дойдет. Дойдет, да. Более того, кто-то пишет в социальных сетях, что на прием мы все ответим, когда прием, во сколько, где, как прийти. Есть вопросы неотложные, и я на них тоже реагирую, потому что понятно, что зачем ждать там какую-то там третью неделю, там, понедельника, четверга. Когда можно уже завтра заняться. Когда есть, есть вопрос неотложный сегодня, ну, пишется ВКонтакте, в Телеграм, и мы отреагируем. А вот какие сейчас вопросы? И тут параллельно, я так понимаю, многие депутаты говорили по поводу ситуации с мобилизованными, это шефская помощь, закрепление и так далее. Это, наверное, сейчас самые такие важные, да, моменты? Ну, дело в том, что эта тема сегодня, она на слуху, она важная, она транслируется по всем каналам федеральным, нашим областному телевидению. И суть в том, что есть вопросы, где требуется решение этих вопросов. Самые разные. Начиная от устройства в детский садик, или если там двое детей маленьких, где-то в один садик или ближе к дому. Это вопросы со школой, с питанием, с горячим питанием. Есть вопросы, которые связаны с какими-то бытовыми вопросами. У каждой семьи есть свой какой-то вопрос. И я не буду здесь в публичном пространстве говорить. Когда люди обращаются, мы стремимся помочь. К этой работе мы подтянули наших предпринимателей, у нас же более 50 разных предприятий, учреждений откликнулись, и мы стремимся, чтобы каждая семья военнослужащего, она была за кем-то закреплена. За депутатом, за бизнесом, за работниками администрации, чтобы держать руку на пульсе, чтобы человек, который попал в какую-то ситуацию, чтобы он не искал, кому, кого искать, где искать, как. У него есть сразу телефон человека, который чем-то, скажем, ну, располагает какими-то возможностями. Либо он сразу может прийти в администрацию, там, либо к главе, либо ко мне, и есть какой-то вопрос, и он требует решения. Поэтому эти все вопросы у нас на контроле. Вопрос непростой, потому что понятно, что в этих семьях, ну, все обострено. Понятно. Это тоже факт имеет место быть. Партийные проекты, многие ваши коллеги, в том числе по партии «Единая Россия», приходили, рассказывали нам, какие сейчас работают и как они продвигаются. Ну, у нас партийные проекты самые разные. У нас их, по-моему, порядка 19 проектов. Ого. Значит, они, мы им уделяем самое такое пристальное внимание. Эти проекты есть, они есть федеральные, у нас есть и областные несколько проектов, и наши местные проекты, где за у нас сегодня работает политсовет. Политсовете каждый проект кто-то ведет из членов политсовета. За депутатами мы тоже целый ряд проектов закрепили, и депутаты их отслеживают. Поэтому я оцениваю, что одни из самых таких важных, главных, что люди видят, это все, что связано со средой обитания. Потому что, значит, это вопросы, связанные с ЖКХ, это вопросы, связанные с благоустройством, комфортом в городской среде. И есть самые разные программы, и мы стремимся в них участвовать, потому что любая программа, когда в ней участвует, мы что преследуем? Мы преследуем войти в программу, дабы получить финансирование.
И нам это, я вам скажу так, с Божьей помощью удается. Да, потому что вот на слуху, и люди это видят, и понимают, и знают. Вот я сколько, я помню, мы когда тоже был партийный проект, сопровождал областной исполком, этот проект – это благоустройство Малаховского озера. Угу. Какие были скандалы, я не знаю, сплетни, доходящие до политиканства, с подключением федеральных каналов, что там собираются все уничтожить, угу, и экологию, собираются застроить коттеджами. Но это же было неправда. Я это как мог так рассказывал, объяснял. А сегодня я там прохожу, и там ну, благодарность, она бесконечная от жителей, потому что многих знаешь, потому что там сегодня стал такое место притяжения для людей, которые там на этом озере никогда это не бывали. Хотя теперь жители мало. Хотят. А теперь, да, они приходят сами, приглашают друзей прогуливаться. Поэтому на сегодняшний день у нас есть в проектах обустроить и Наташинский парк, и лесная опушка. Это все у нас в проектах. Я уже не говорю о том, что у нас есть вопросы, связанные и с капитальным ремонтом домов, подъездов. То есть каждая вот эта тема, она находит свое место в этих проектах, в этих программах. Самое главное, почему мы об этом говорим, потому что это все подкрепляется финансами. Финансы есть, ты молодец, проект на коне, да, проект будет. Можно это отлично для жителей, потому что они тоже уверены, поэтому, что будет. Что предусматривают эти федеральные, будем говорить, программы, проекты, это есть возможность. Когда туда есть такая непростая, сложная подготовка. Это формирование документов, документации. Да. Это кропотливый такой труд. Но он того стоит, потому что в конечном итоге ты, когда туда попадаешь, то есть шансы эти вопросы решать на земле. Ну и мы движемся к финалу. Очень быстро прошло время. Понятно, что вопросов много, поэтому мы приглашаем вас почаще к нам приходить. Спасибо. Вот. Новый год, Рождество, праздники, которые, ну, домашние, семейные, общегосударственные, самые разные. И, конечно, многих интересует, наших жителей, приближаются вот праздники. Какие мероприятия в этом году будут? Что готовит Совет депутатов? Не запретят ли их? Нет. Ну, смотрите, сегодня есть СВО. На эту тему тоже много разговоров, да и спекуляций. Всего хватает, потому что мы живем в публичном пространстве, где информации много, информации разной. Но Новый год никто не отменил. Так. Отменить просто не может. Значит, он подходит, мы к этому готовимся. Все-таки Новый год – это семейный праздник. Больше всего готовятся к Новому году и ждут. Это дети, потому что для них это что-то сказочное. Это Дед Мороз, Снегурка, обязательно подарки. Да. И заказывают эти подарки. Поэтому мы для детей должны организовать целый ряд мероприятий. Поэтому эта работа, она сопровождается плотно, сообща, совместно с администрацией городского округа. И мы, понятно, что во всех наших культурных заведениях, это ДК, это, значит, у нас и в городе, и в поселках такие точки притяжения, где мы отмечаем, как правило, подобные мероприятия публично. Будут организованы елки, будут организованы поздравления, будут организованы такие новогодние концерты для детей. Это все будет. В этом году мы такое внимание уделим, особое внимание. Это семьям, чьи близкие сегодня находятся в зоне СВО. И стоит задача их тоже как-то ну, максимально и обогреть, и поздравить, и создать такую праздничную атмосферу. У нас есть и, скажем, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Это такое, такая группа у нас тоже, она достаточно... Никого не обойдете внимания. То есть стоит задача в этом пространстве создать атмосферу праздника, такую семейного праздника. Я думаю, что в этом плане ведется подготовка. Ближе, где-то, я думаю, с числа там, 15-го мы сделаем анонс, где что будет. И люди будут знать, какие мероприятия, где, во сколько, каким образом прийти. Мы тоже поможем в этом, когда знаете, программу пригласим. Нам обычно приходят, рассказывают о программе. Да. Поэтому все впереди. Да. Владимир Петрович, ну, мы желаем вам удачи. Во-первых, удачи всему депутатскому корпусу, в вашем лице как председателя, потому что у вас как бы огромный опыт и возможность, ну, сделать еще лучше. Тем более новичков много, надо их правильно направить. Второй момент. Бюджет. Мы хотим, чтобы он был принят, да, максимально правильно. Тут тоже зависит многое и от председателя. Ну и пожелать, чтобы жители все-таки чаще
если видят, знаете, как бывает, вот сделаешь что-то хорошее, но никто и не заметил. Вот, обычно сразу критикуют. Поэтому, чтобы жители научились тоже радовать вас какими-то своими сообщениями. Я хочу сказать, что я благодарен жителям. Я оцениваю, что и когда жители не обращаются, это тоже хорошо. Хорошо, да. По умолчанию. Да, значит, не так все плохо. А если нас они критикуют и обращаются, и замечания, то, значит, что-то мы не дорабатываем. Потому нет контакта, нет, да. Потому что я всегда говорю, вот когда мы ходим, мы здоровы, зачем нам больница, врач? Мы даже об этом не думаем. Всегда, когда есть проблема по здоровью, начинаешь искать врача там или в семье кому-то не здоровье, ты начинаешь искать. Поэтому желательно, скажем, чтобы власть работала так, что ее никто не замечает, значит, на все хорошо. Да, как в хорошем... Задача, да. А если что-то нехорошо, жители должны обращаться, бить во все колокола, чтобы власть начала работать и устраняла, если есть недостаток. Ну, а мы в этом тоже стараемся помочь, потому что депутаты приходят постоянно и будут приходить. Хорошо. Ну, в любом случае, с наступающим вас бюджетом сначала, потом с наступающим новым. Ну, я думаю, бюджет мы примем, мы обязательно об этом расскажем, а к Новому году мы, я думаю, еще встретимся. Спасибо большое. Да. Владимир Петрович Ружицкий, представитель Совета депутатов городского округа Люберцы. Это была программа «Открытый диалог». Всем удачи!